Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон». Меня зовут Алексей Крыловецкий. И сегодня мы проведем необычное сравнение. Дело в том, что совсем недавно к нам обратился наш постоянный клиент за работами по перетяжке и дооснащению автомобиля Mercedes Geländewagen 350 дизель. Мы провели эту работу. Вот здесь будет ссылка на наш плейлист по автомобилям Mercedes. Там вы найдете эту работу. Но в процессе мы в том числе доустановили в автомобиль систему активного выхлопа, которая позволяет регулировать громкость и даже дух звучания автомобиля. Можно имитировать и повторять оригинальное звучание, а можно добиться чего-то такого особенного, нового. Так уж получилось, что одновременно у нас оказалось три автомобиля. Это Mercedes Geländewagen, в котором мы выполнили эту подготовку, и, собственно, можно также услышать оригинальное звучание. Кроме того, у нас оказался GLS-63, у которого звучание, что называется, оригинальное. И у нас оказался еще GLS, где выхлопная система была переделана, то есть она кастомная, и она тоже имеет свое особое звучание. Не знаю, удастся ли видеороликом передать всю полноту и всю разницу между звучанием оригинальных систем или вот этого активного выхлопа или системы, которая была кастомно изготовлена, но, надеюсь, сейчас, послушав, вы хоть какое-то сравнение сможете или какой-то вывод сможете для себя сделать по результатам этого сравнения. На этом, что называется, я затихаю и даю возможность мерседесовским двигателям поработать. А вы, пожалуйста, отметьте в комментариях, какой выхлоп вам показался наиболее таким драматичным, наиболее привлекательным. Ну и, конечно, не забывайте, что активная система выхлопа, она имеет возможности по настройке с приложения в телефоне, с Bluetooth, и ее можно как включать, так и отключать, если вдруг вам надоест. В этом есть ее некая особенность и преимущество. Ну уж, а про более доступную цену я даже говорить не буду, это очевидно. Желаю вам приятного прослушивания, просматривания и даже пронюхивания, потому что эти машины не просто булькают активно, но и достаточно активно сжигают топливо.
Друзья, надеюсь, вы оставите в комментариях отзывы об этих системах, какая вам понравилась больше. И обязательно подписывайтесь на наш канал, кликайте на колокольчик, следите за выходом новых серий. Несомненно, надо еще поставить лайк этому видео за такое уникальное сравнение с нашей стороны. И, конечно же, перейти на аккаунты в наших социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive2, конечно, в ТикТоке, где мы рассказываем, показываем свежие интересные работы, анонсируем будущие работы. Так что ждем вас в числе наших постоянных зрителей. Желаю вам удачи, будьте здоровы. Пока!